Добрый день, друзья. Меня зовут Олег. Я приветствую всех акционеров компании Skyway, всех тех, кто не решил еще финансировать компанию, не стал акционерами, ну и всех тех, кто слышит об этом первый раз. Skyway – это небесная дорога, дорога второго уровня, которая нужна всему человечеству на сегодняшний день. Я же проживаю в Германии с семьей, и стали мы акционерами уже с марта прошлого года. Конечно, спасибо тому человеку, тому знакомому моему, который прислал мне эту информацию, которую я изучил. Три дня я изучал информацию, ну а потом решил зарегистрироваться и купить свой первый пакет акций. После этого мы уже побывали, 29 марта мы побывали на первой конференции Skyway в Москве с моими родственниками. Было очень грандиозное мероприятие, где принимали участие не только те желающие продвигать этот проект из России, но и из других стран, из Прибалтики, со всех стран мира. Было очень интересно. На сегодняшний день я уже, конечно, имею не один пакет акций и принял решение, так сказать, каждый месяц финансировать определенную сумму в проект. И полгода уже финансирую каждый месяц, даже больше полгода. Хотелось бы, конечно, обратиться к тем, кто еще не решил финансировать проект. Хотелось бы только сказать, что эту возможность мы получаем, эту возможность у нас, так сказать, нам предоставляется далеко не часто, если точнее, один раз в жизни, и если, конечно, повезет. И кто воспользуется этой возможностью, тот, конечно, в будущем будет уже, так сказать, не нуждаться в финансах. Но что еще хотел бы сказать, если вы меня спросите, почему я лично, так сказать, стал акционером, почему я финансировал проект, я отвечу очень просто. Потому что я хочу, чтобы эти небесы летали над нами, хочу, чтобы проект реализовался, хочу пользоваться этим транспортом. Это во-первых. Во-вторых, я 100% верю в проект. Ну а в-третьих, конечно, будет. Будет и обязательно будет, потому что время пришло. И кто не решится, так сказать, купить акции, не решится стать акционером, в будущем, увидя этот юнибус, который пролетает над головой, конечно, очень пожалеет. Так что желаю вам надежных инвестиций, желаю вам всего доброго. Ну и если кому-то нужна помощь, то мои данные можете увидеть после моего, так сказать, высказывания. Всего доброго, пока.